25 ускорений. Я уже не удивляюсь вообще ничему. Один. Золотой, 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 Говно. 300 тысяч кризов! 300к! Ты... 300к! 300к! Конечно. И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записываем новый ролик по нашей мега крутой нагибаторской рубрике «Битвы контейнеры». Сегодня откроем 20 контейнеров с Тёмиком. Поздоровайся. Здоровчик. Ну вот, сегодня долго так затягивать, я думаю, это дело все не будем. Откроем по 20, не знаю у него сколько там имеется, но у меня вот на аккаунтике 20 штучек, поэтому 20 откроем, посмотрим, кому что лучше сегодня выпадет. В прошлом видосике у него вообще не осталось шансов, у него упало там 2 анимированных краски, а у него там кроме синих свечений ничего хорошего не падало. Поэтому сегодня посмотрим, кому будет дропать лучше. С 20 контейнеров, я надеюсь, хотя бы, чтобы одна какая-нибудь топовая анимированная краска мне выпала. А как ты думаешь, что дропнет тебе сегодня? Одно белое. 20 белых свечений? Да. Ну, такого же не бывает, что ты разводишь. Ладно, давай, открываем первый контейнер. С первого мне падает 125 двойной защиты. 125 мин. О, это прям равноценный размен, я смотрю. Давайте дальше. 125 двойной защиты. Может, мне 20 контейнеров двойной защиты дадут? Нет? 3500. О, ну это хоть получше, чем 125 двойной защиты. Так, у меня мины. Синие. 25 тысяч. О, ты так не радуешься 25 тысячам? Ты так говоришь, как будто, блин, тебе надо лямчик, что-то выпал. Может, что-то пободрее упадет, да, думаешь? Ну, давай дальше. Еще 125 мин. Это мне по 2 контейнера. Золотое, золотое анимашка! Давай на маны! Яша! Вертига! Вертига? Вертига! Да! Не забудь скринчик сделать обязательно. Так, у нас тут произошли технические неполадочки. Тёмик тут быстро все порешал. Продолжаем открывать контейнеры. Пока ему уже выпало вертига, мне ничего пока еще не упало. Открываем дальше. Ты готов, да? Да. Давай. Походу ты ошибся. Тысяч. Это мне, походу, дадут сегодня 20 белых свечений, а не тебе. Пятое белое свечение, 125 двойного урона. Крутяк, сейчас крутяк. Лямчик будет. Открываем дальше. Шестое белое свечение, 3500 кристаллов. Еще золотое, пожалуйста, нормальное выпади. Извержение. Это что такое? Я не знаю. А что так много золотых? Ты скрины хоть делай, не забывай. Да, давайте. Дайте мне 100 тысяч. Ты скрины сделал, да? Да. Скрин я сделал, бля, у меня лаганет, давай без демонстрации. Ну, блин, ну лагануло, ладно. Давай. Ну вот сейчас дальше. Скрин появится, я в Дискорде. Ну это, ладно. Поверить тебе на слово, так уж и быть. С твоим, конечно, печальным интернетом не будем больше рисковать, а то еще сколько раз обрубится все это дело. Ладно, открываем дальше. Ух, седьмое белое свечение. Пошло белые мячики. 125 ускорений. Дальше. Восьмое белое свечение. Давай. 125 мин. Аптечки. Вот сейчас следующее еще золотое. Давай. Девятое белое свечение. 125 ускорений. Подожди, аптечка, нормально так. Десятый контейнер. Десятое белое свечение. 125 ускорений. Я уже не удивляюсь вообще ничему. Один. Золотой, 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 золотое! 300 тысяч кризов! 300к! 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 Конечно. А мне это 500. Это просто того стоило. Вот эти 10 контейнеров с белым свечением того Но стоили. Я сказал... Идет к чё-то нормально. Просто 10 контейнеров с белым свечением, и в итоге мне дает 300 тысяч. Может быть, это круто, когда дает именно все время так. Давайте открываем дальше. Может, сейчас красное будет? Зеленое, 100 всех припасов. Неплохо. Еще-то 500. Синее. Краска Нигири. Неплохо. Двойная защита. 125 мин, ну, в принципе, 300к я уже доволен, в принципе, на этом можно было бы уже заканчивать. Фиолетовый, 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 фиолетовый! Краска Гуччи Фляж. Гуччи Фляж какой-то мне еще выпадает. Нет.
Краски, где Говно. кучифляж? Где он у нас? Вот такая вот у нас красочка. Ну да, не сказать, что она прикольная. Я бы не сказал, что она прикольная. Могло бы что-нибудь и покрасивее мне выпасть, а не какой-то гучифляж. Ладно. 10к у меня. Давайте, дальше. Ребят, открываем дальше. Сколько у тебя контейнеров осталось? Скорее. Сколько ты открыл? 8. 4 осталось вообще. Ну. Так, давай открываю я тогда. 3500 кристаллов и еще 4 контейнера осталось. Давай. 5 золотых. Неплохо. 5 золотых. 5 золотых. 5 Двойная золотых. Защита. Все, просто все. Просто 5 золотых. Ну, 2 золотых это мало. Ладно, давай, хватит. Давай, давай. Дальше. 120 еще. Контейнеров. 125 ремки. 125 ремки. И последний контейнер остался у нас. Последний контейнер. Давай мне красные, дай, пожалуйста. Ну дай мне красные. Че ну, двойная защита? Ясно. 3500. Ну я открываю, это уже не в счет, у меня еще есть 4 давай, которые. Давай, давай, давай. 100 всех припасов и еще. А минки. Ладно, минки, конечно. И еще нитрушки. И последний. Лям. 100 всех натки. Не знаю, все ребят, натки. Если честно, давай. Пока. На что я буду тратить данные кристаллы, имея на втором воронте 500 000 крисов, я не знаю пока во что я буду вкладывать эти кристаллы, но то, что один факт того, что мне сначала выпало 10 белых свечений подряд, а потом дало золотое свечение и 300 тысяч кристаллов, говорит об очень многом, не знаю, это везение, рандом, либо что-то еще, но... Я бы сказал, это даже какая-то, наверное, закономерность все-таки дать сначала 10 подряд фиговых прям реально контейнеров и после этого дать золотой. Но это круто. Это, конечно, круто. Поэтому, ребят, в комментарии пишите обязательно, кто выиграл в данной битве контейнеров. Решать, в принципе, будете вы. Все-таки у Темика там выпало две анимированных красочки. Мне упала одна краска в фиолетовом свечении. Вот такая вот красочка. Ну и 300 тысяч кристаллов. 300 тысяч кристаллов. Это, конечно, бомбически и очень-таки круто. Ну а на этом данный ролик подходит к концу. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока. Пока.